Здравствуйте, все те, кто смотрит меня. И сегодня я буду рисовать спортивный зал. В комментариях мне написала одна подписчица, чтобы я нарисовала спортивный зал. Сегодня я буду его рисовать. Первое, мы рисуем стены зала. Вы можете рисовать по линейке, можете рисовать от руки. Рисуем окошко. С другой стороны. Далее мы рисуем кольцо баскетбольное посередине зала. Рисуем футбольные ворота. Рисуем сетку. Рисуем лестницу спортивную.
рисуем пол в спортзале. Я вот такие вот линии прямые по всему полу. Теперь делаем вот такие вот линии, также по всему полу. Я обвела уже маркерами. Сейчас буду разукрасила зеленым цветом. Теперь вот эти вот будут красить тоже зеленым цветом, но более светлым. Вот это все раскрашиваю. Вот такие вот. Здесь красим темнее, здесь тени будут, а здесь светлее. Вот здесь вот рисуем тень. И тут так рисуем тень. Рисуем лестницу оранжевым цветом и закрашиваю. Вторую лестницу то также таким же цветом и закрашиваю оранжевым. Здесь рисуем тени более темные, здесь более светлые, здесь темнее, здесь светлее.
Здесь также рисуем более темные тени. Здесь более светлые. Окошко. Теперь разукрашу. Лестницу. Здесь мы красим более темнее. Здесь светлее. И здесь. Красим более яркие, другие посветлее. Вот как мы разукрасили. Сейчас мы будем разукрашивать сетку. Сетку нарисовать, где вот здесь разукрашу. Теперь осталось только пол разукрасить. Делаем коричневым цветом. Я уже разукрасила полы, где сделала более светлые, где не такие светлые. В общем, пол я сделала ни одного цвета. Также сделала такую разметку спортивного зала. В общем, я уже нарисовала спортивный зал. Вот такой у меня получился. А вы подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, смотрите видео.